В Люберцах стартовал региональный этап всероссийских игр школьных спортивных клубов. За право представлять Московскую область на российском уровне боролись команды из Воскресенска, Раменского, Ногинска, Одинцова, Люберец. На соревнованиях побывали и мы. Региональные соревнования школьных спортивных клубов городской округ Люберцы принимает второй раз. В этом году в них участвует 9 команд. Первый отборочный этап – легкая атлетика. Наш округ представляет спортивный клуб «Виктория» из 53-й школы. В таком составе ребята собрались впервые. Пробежать быстро и не уронить эстафетную палочку помогли многочисленные тренировки. Часто проводим пробежки. У нас там есть замечательный лес, по которому мы бегаем с нашим тренером. Также там проводятся тренировки по различным видам спорта, по типу волейбола, футбола, чирлидинга. Финишером у Виктории была капитан Диана Рэмп. Девушка профессионально занимается чирлидингом. Уверена, это помогло ей в решающий момент не растеряться и распределить силы на спринтерской дистанции. Все зависит от того, на что ты настроен. Если ты настроен на победу, то у тебя будет результат лучше. Если ты настроен на то, что у тебя ничего не получится, то и результат будет хуже. Показать лучший результат в эстафете стремились все школьные спортивные клубы. И это, как выяснилось, было самым сложным. В каждом забеге участвовала только одна команда. А значит, ориентироваться на скорость соперника не получится. Выкладываться приходится здесь и сейчас. На кону выход в финальную стадию регионального турнира, куда попадут только 4 команды из 9. По итогу сегодняшнего отборочного этапа у нас будут соревнования по настольному теннису и соревнования по баскетболу, которые также мы проведем в городском округе Люберцы. После того, как станут известны результаты по всем 3 дисциплинам, будет определена команда-победитель. Она в мае представит Московскую область на всероссийских играх школьных спортивных клубов. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.